Филимона, наша классная мама. Кажется, что мы встретились с вами совсем недавно, но на самом деле прошло много времени. На протяжении этих лет вы, Вероника Евгеньевна, были нашим волшебным цветком, который нередко исполнял все наши желания. Вы были тем крепким стебельком, на котором держались все мы, ваши лепестки. Сегодня у каждого из нас есть возможность сказать самые сокровенные слова и выразить все свои эмоции. Спасибо вам за душевное тепло, за ваше великое умение видеть и слышать. Спасибо за то, что научили понимать и ценить многие мгновения. Вы помогали в каждой ситуации. Простите нас за легкомыслие, за порой ошибки и наши. Спасибо вам за то, что никогда не жаловались нашим родителям. Наоборот, помогали нам понять, в чем именно мы были неправы. Спасибо вам за эти чудесные школьные годы, за это прекрасное путешествие, которое останется в наших сердцах, без сомнения, на всю жизнь. Спасибо вам за то, что вы переживали за нас и поддерживали, учили нас правильным вещам и поступкам. И спасибо вам просто за то, что вы наш самый классный руководитель.